14 января, согласно григорианскому календарю, время исчисления, наступает Новый год. В этот день православные христиане отмечают День Святого Василия. У бессарабских болгар по сей день сохранились праздничные обряды и обычаи, связанные с наступлением Нового года по старому стилю. Один из таких обычаев был показан Тараклийским театром «Смешан Петок» в Кишиневе. Оригинальность и самобытность обряда приятно удивили зрителей, а представление театр начал в кабинете премьер-министра Республики Молдова Влада Филата. Вот это наш традиционный пирог, баница называется, готовится по старинным рецептам, и в каждом кусочке есть символ из веточки плодовых деревьев, различных плодовых деревьев в виде крестиков, в виде рогатинки, есть пуговичка, есть монета, болгарская статинка, и каждая что-то свое символизирует. Я думаю, потом ваш кусочек, вы посмотрите, что вам попадется. И чтобы, как говорится, не быть голословным, у нас есть описание. Мы оставим. Спасибо большое. Неожиданным, но приятным стал визит театрала в центральный офис компании USAID в Молдове. Сотрудники компании с интересом наблюдали за театрализованным представлением, изображающим старославянский языческий обряд, который своими корнями уходит в глубокую древность. Директор проекта Агентства международного развития США по поддержке местных органов власти Скотт Джонсон выразил свое восхищение болгарским артистам, вспомнил о своем визите в Тараклию в 2012 году, высказал позитивное желание успешно сотрудничать с органами местной публичной власти города и района. And Tiraclia will do so well that we will be able to use your success in helping others in Moldova. И у Тараклии будет такой успех, что мы потом сможем это показывать другим городам как пример. Okay. That was a most wonderful performance. It is the best such thing, the only such thing we've ever had in this space. И это было самое красивое, самое лучшее представление, которое мы вообще имели в нашем офисе. Very happy to have friends such as you who will come here and do this for us. Очень рада, что мы имеем таких друзей, как вы, которые пришли сюда и представили нам это. Спасибо. Приятное впечатление оставили актеры театра бессарабских болгар, побывав в гостях у лидера партии коммунистов Республики Молдова Владимира Воронина. Я хочу сказать, что это очень здорово, да и правильно, что вы сохраняете эти традиции и пронесли их через века, и передаете их из поколения в поколение. Во многом, видите, они совпадают и с теми традициями, которые молдаване проводят и реализуют вот в первый день, будем говорить так, старого Нового года. Болгары у нас в Молдове уже более 200 лет живут, и, конечно, друг от друга переняли много чего. Но главное, что язык сохранен, главное, что письменность сохранена, главное, что культура болгарского народа переходит из поколения в поколение уже на протяжении больше чем двух веков. И это очень здорово. И еще я считаю, что правильно, что вовлекается наравне с взрослыми, с теми людьми, которые уже, так сказать, давно это знают, все эти обычаи старого Нового года, вовлекается много молодежи. Свою миссию сохранения и популяризации культуры болгарского народа театр бессарабских болгар с честью выполняет и искренне верит в то, что настоящее искусство не может иметь каких-либо границ. Традиции, переданные нам по наследству, должны жить и объединять нас со всеми народами, проживающими на территории Республики Молдова.